Всем здорово! Сегодня в таком вот необычном формате будет ремонт компьютера. Ну, я, в общем, тестирую эту палку для GoPro. Как на ней все будет смотреться, черт его знает. В общем-то, есть вот такой вот комп, вот такого вот вида, который, собственно говоря, практически не включается. Если я нажимаю на кнопку, все загорается, там вот даже есть посткарточка. Я не знаю, видно ее вообще или нет, но она, в общем, там пытается что-то, посткоды какие-то прогнать. Да, вот сейчас он загрузился. В общем, на экране появилось изображение, и комп зависает на check-in конверам. И больше никуда не хочет загрузиться. На посткарте написано 2. В интернете пишут, что проблема в биосе, и сейчас я его буду перешивать. Как все это я буду делать? Буду делать на программаторе. На вот таком вот, называется Mini Pro. Первое, что нужно сделать, это достать микросхемку оттуда. Так, потом скачаем прошивку с официального сайта материнки-материнка, кстати, ESC A880GM-M7. Вот. В общем, достанем оттуда микросхему, сунем в программатор и прошьем, посмотрим, что, в общем, будет. Если ничего не получится, конечно, тут у меня есть немножечко доноров, и я, в общем, попробую найти что-нибудь такое, чем можно заменить эту микросхему, аналогичную поставим, и попробуем с другой микрухой. Вот. Так что вперед вынимать все это дело. Так, окей. Вынимаем, значит, выключаем компьютер, выдергиваем питание. Конечно, на самом деле все делается специальной вынималкой, но я свою вынималку найти не могу. Поэтому будем вот так вот по-колхозному дергать. Вот она, микруха. Так, берем программатор. Вставили, зажали. Все, теперь качаем прошивку с официального сайта для этой материнки. Ну, не прошивку, BIOS качаем. И пробуем зашивать в микросхему, поставим потом, посмотрим, что будет, может быть, даже и включится. Так, вставляем программатор. Вот он опознался. Кстати, я забыл сказать, что нужно отковырять от микросхемы, там на ней наклеечка наклеена, ее придется сейчас чем-то отковырять, потому что под ней написано моделька, то есть, ну, циферки, это модель микросхемы. А Mini Pro, там он не определяет автоматически, то есть он под большое количество микросхем заточен. И, в общем-то, он не определяет ее автоматом. Так, микросхемка у нас MX25LB. Заходим вот сюда, пишем MX25LB. Оп, не LB. L8 8 005 EPI. Так, корпус у нас обычный. MX25 L8 005. Нажимаем Select. Пытаемся с нее что-нибудь читать. Прочитается ли интересно. Да, микросхема читается пока что, но это не факт, что она рабочая. Даже прочиталась. Сделаем на всякий случай, сохраним, ну, в общем, дамп. Так. Сохраняем дамп, качаем прошивку. Как там она? A880 GM-M7. Да, похоже. Вот они, биосы. Качаем биос. Так, нам нужен вот этот файлик ROM. Это и есть та самая прошивка. Все остальные файлы — это драйвера всякие. То есть, ну, когда шьете там с доса, скажем, чтобы все там корректно отображалось. Открываем,
Так, вот он. Окей. Так. Программ. Нажимаем программ. И ждем, пока все запишется. Все, записалось. Теперь на всякий случай сделаем Verify. Хотя, в принципе, он уже его делал, но на всякий случай для самоуспокоения. Так, микросхема прошилась. Вынимаем. Вставляем. И не забываем про ключ питания. Вот. Включаем. Побежали посткоды. Все то же самое, как и было. Так, после прошивки попробовал сбросить BIOS, и, в общем-то, чекинг на VRAM прошел. Сейчас он вот что хочет от меня. Требует F1. Ну, пускай. Так. Прикиньте. Ожил. В общем, ребята, прошивка и сброс BIOS'а. Вот так вот. Да. Все, включился. Еще разок, значит, покажу. Для тех, кто... В общем, ну и для себя. Вот она, микруха BIOS'а. Ее нужно будет вытащить, прошить на программаторе. И для сброса BIOS'а есть вот такие вот два... Я не знаю, будет ли видно, то света, может, не хватает. Есть вот такие два контактика. Их нужно... В общем, нужно вытащить... вилку. Нужно, в общем, вытащить вилку из розетки и их замкнуть, потом обратно перемкнуть и вставить вилку обратно. Так, ну, возможно, кому-то, конечно, был видос полезен. Я не знаю. Может, у кого-то будет такая же проблема с чекингом VRAM. Но решается она вот так вот. Прошивка BIOS'а и сброс на старт настройки. Я пробовал сбрасывать не прошивая, ничего не помогает, то есть он точно так же сваливается в чекинг на VRAM или вообще не грузился комп, то есть там посткоды бегают по кругу и все. Вот. В общем-то, на этом и, так сказать, все. Кому было интересно этот вот ремонт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спрашивайте, если что-то непонятно у меня в соцсети или здесь на YouTube внизу. Вот еще что. Я, в общем, замутил небольшие стримы на Твиче. Если кому-то интересно, заходите на стрим. Там пообщаемся. Прям вживую я отвечу на все ваши вопросы. Я не знаю только, когда я там буду сидеть, ну, в какое время, но постараюсь в свободное время сидеть там побольше. Ссылочка на стрим в описании видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.